Саранске прошел отборочный этап ежегодного всероссийского спортивного фестиваля под названием «Загрузи себя футболом». Эти соревнования проводятся под патронажем детской футбольной лиги. В них принимают участие юноши 2009 года рождения и младше со всех уголков страны. По итогам отбора два лучших коллектива получают путевки на финальный турнир, который проходит в Анапе в сентябре. Формат проведения матчей больше напоминает правила любительской лиги. Время игры также изменено на два тайма по 25 минут. В общей сложности в саранском отборочном этапе приняли участие 8 команд, которые сначала были разбиты на две группы, а затем по два лучших коллектива из каждой продолжили борьбу в финале 4. Так случилось, что судьба золотых медалей решилась в заключительной игре, в которой сошлись команды «Мордовия-1» и «Агромаркет» из Пензы. В первом тайме в счете повели хозяева поля, которые забили 2 гола, но соперник отыграл 1 мяч до перерыва, а затем сравнял счет уже во второй половине встречи. В итоге матч между главными претендентами на победу завершился в ничью 2-2, и победителя пришлось определять по разнице забитых и пропущенных мячей. Она лучше оказалась у Мордовии. Плюс 16 против плюс 11. Турнир такой прошел довольно-таки так в боевом духе. Вот победителей выявили мы только по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Мы обошли агрокомплект, то есть вот приличные команды. А так, в общем-то, главное для ребят опыт, набирались опыта. «Мордовия-2009» уже во второй раз завоевывает право поехать на финальный турнир фестиваля «Загрузи себя футболом». Год назад юные футболисты стали вторыми, но среди ребят на год старше. Тогда от поездки пришлось отказаться по причине участия в другом соревновании, которое проходило в эти же сроки. Но в этом году «Мордовия» поборется со 100 командами со всей страны за награды турнира на Черноморском побережье. Нервы были, но и ребят хорошо играли. То есть я доволен качеством игры. Много. Недоволен только единственной реализацией моментов, но это в будущем. А так игра очень понравилась, и достойный соперник, но при этом мы все-таки создали намного больше голевых моментов, пусть что-то и не забили. Победителем соревнований в Саранске стала команда «Мордовия-2009», серебряные медали у коллектива спортивной школы города Пензы. Третьими стали футболисты «Дюз» Шарузаевки.